Yes, today. Скажи «да» сегодня. Такой смысл в названии нового спортивного центра. Место, где собираются люди, которые хотят постоянно развиваться. И в этом поможет теннис. Здесь 4 крытых хардовых корта и 4 открытых грунтовых. Покрытие самое современное. За 4 недели набора у нас уже 24 детских группы, что является уже практически 100% загруженность детского времени. С юными талантами работает команда профессиональных белорусских тренеров. Руководит процессом специалист с серьезным портфолио из Хорватии Роберт Црнкович. В центре мне рассказали о планах и идеях, и они меня впечатлили. Я подумал, что это хорошая возможность помочь развитию тенниса в вашей стране. Ребята здесь очень талантливые. Инициатором строительства спортивного комплекса Yes Today стал Александр Шакутин, председатель совета директоров «Амкадор». Он уверен, проект – яркий пример успешного сотрудничества государства и частного бизнеса. Это не создано для какой-то компании. Это создано для города, создано для людей. Это здоровье нашей нации. Кроме теннисных кортов, здесь современный тренажерный зал с кардиозоной и передовым оборудованием из США. Аналогов в Беларуси нет. Уютный бассейн на 3 дорожки, гидромассажная зона и джакузи. Все это в одном месте. И как в таких условиях не сказать спорту «да» сегодня? Алексей Богданович, Дмитрий Лац, новости спорта.